приветствую всех. Сегодня мы проведем медитацию, которая называется «Прогулка по берегу моря». И проработаем наши скрытые ограничения, убеждения, которые мешают нам жить полноценной жизнью, развиваться, проявлять творчество и самореализовываться в оптимальных для нас скоростях. Итак, примите удобное положение. Можете лечь на пол или расположиться в удобном кресле. Закрывайте глаза и начинайте спокойное и медленное дыхание. И сейчас сосредоточьтесь только на этом процессе. Почувствуйте, как воздух входит в ваши ноздри, как он наполняет ваши легкие. Пусть он проходит дальше, надувая живот. И спокойно покидает ваше тело, унося с собой лишние мысли, тревоги. Спокойное и медленное, глубокое дыхание. И с каждым вдохом и выдохом тело начинает расслабляться. Руки и ноги становятся тяжелыми и неподвижными. И тело словно теряет свои очертания, сливаясь с окружающим пространством. Глубокое, медленное дыхание. И позвольте звукам музыки подхватить вас и перенести на берег моря. Представьте сейчас себе залитый солнцем берег моря. Ласково греет солнышко. Слышен мягкий, приятный шелест волны. И вы идете по кромке воды и ощущаете подошвами ног тепло, исходящее от песка. И с каждым шагом через стопы начинает подниматься в нас энергия, которая придает нам силы, легкости, уверенности в себе. Нам хорошо. Вдалеке слышны крики чаек,
и попробуйте сейчас вдохнуть полной грудью воздух, который наполнен свежестью соленой воды и запахом моря, таким легким, бодрящим. Вы продолжаете прогулку вдоль моря, наблюдая за бликами на воде, и вдруг вы видите, что кто-то слепил из сырого песка и соли огромную фигуру сфинкса. Подойдите к этой статуе и начните ее поправлять. По своему усмотрению, где-то сглаживая ее контуры, где-то делая их более четкими, и по мере того, как вы работаете над фигурой этой статуи, как-то незаметно и совершенно естественно, вы целиком и полностью входите внутрь нее, сливаетесь с нею в единое целое. Теперь вы и есть это статуя сфинкса. И вы чувствуете, как волны начинают омывать основание статуи. И вы ощущаете, как она начинает потихоньку растворяться. А вместе с ней начинаете растворяться и вы. Волны растворяют соль и смывают песок в море. И в какой-то момент вы ловите себя на мысли, что с очередной волной вас полностью смывает в море. И с этой минуты вы понимаете, что ваше тело растворилось, а душа начинает свое путешествие по подводному миру. Вы видите, как резвятся дельфины. Как проплывает стайка красивых, ярких, экзотических рыбок. И своим сознанием, и всеми органами чувств вы можете видеть, слышать и ощущать под водой все точно так же, как и на земле, но еще более ярко.
Оглядитесь по сторонам. Ведь в подводном мире мы можем перемещаться со скоростью света, посещать самые глубокие впадины, не ощущая каких-то перепадов давления. А вот вы видите проплывающую мимо вас семью китов. И незаметно для них прикрепляетесь к ним и продолжаете свое путешествие. Что вы чувствуете от них? Какую силу, какую энергию? Что они вам говорят, сообщают, когда заметили, что вы присоединились к их путешествию? Послушайте их, послушайте этих старожил морских глубин. Солнечные лучи словно прорезают толщу морских глубин. И проводив китов в их дальнее, дальнейшее путешествие и попрощавшись с ними, вы сворачиваете в сторону берега. И вот вы подплываете к коралловому острову и наблюдаете за игривыми, разноцветными резвящимися рыбками необыкновенной красоты. Присоединитесь к ним и почувствуйте, что они вам хотят сказать.
готовы с вами поделиться. Насладившись красотами подводного мира, вы потихоньку начинаете подниматься к поверхности. И все изжившие энергии, все программы, ограничивающие ваше развитие и вашу творческую энергию, все ложное, черное, фантомное, давно растворилась и трансформировалась в морских пучинах. Внутри вас осталась и с еще большей энергией и силой сейчас проявляется радость и желание быть сотворцом всей этой красоты. И сейчас, словно со стороны, вы видите, как из воды, из морской субстанции формируются красивые, необыкновенные руки. И этими руками вы начинаете лепить свое тело, создавая новое туловище, стройное, красивое и подтянутое. Затем лепите шею и голову с красивым молодым лицом, здоровыми, роскошными волосами. Лепите себе ноги удивительной красоты, стройные и длинные. Руки гибкие и изящные. Создавайте свое тело таким, каким хотите вы его видеть. И как только вы почувствуете, что ваше тело совершенно, зафиксируйте эти переживания и эти ощущения внутри себя, нажав сейчас на какую-то точку в вашем теле или прикоснувшись к ней с особой силой, так, чтобы когда вы повторили это наяву, память этого путешествия и вашего нового образа, вашего нового тела начала проявляться. И сейчас, когда я досчитаю до пяти, вы откроете глаза и вернетесь в эту реальность,
привнеся опыт своего морского путешествия, новые инсайты, озарения, новые энергии, которые откроют путь к осуществлению ваших мечтаний и ваших надежд. Один. Два. Пошевелите руками, ногами, пальцами ног и рук. Три. Сделайте глубокий вдох, медленный выдох. Потянитесь. Четыре. И открывайте глаза. Пять. Улыбнитесь себе, окружающему миру, и продолжайте свой жизненный путь, наполненными уже новыми энергиями.